дети читают стихи. Трифон Валена, город Сызрань, школа Кристалл, первый класс. Стихотворение смешариков. Называется «Подарки весны». Что весна-то принесла? И ответила весна. Принесла я вам, ребятки, лейки, грабли и лопатки. Первые подснежники, желтые скворечники. Принесла я вам грачей из скворцов и зябликов. И несет любой ручей целый флот корабликов. И еще я принесла много света и тепла. Прыганки и салки, новые считалки. Все ребята удивились. Как-то сразу появились почки клейкие в лесу. Травка на опушке и у Маши на носу первые веснушки.